Прежде чем начать сегодняшний выпуск, хотел бы вас попросить поставить лайки обязательно, потому что это продвигает контент. Здесь дело не в том, понравился вам выпуск или нет. То есть, если вы хотите, чтобы контент продвинулся, значит нужно для этого поставить лайк. Также подписаться, если вы не подписаны. Потому что, когда я просматриваю техническую сторону любых выпусков, оказывается, что без подписок смотрит меня больше людей, чем подписанных. Поэтому подписывайтесь обязательно. Ну и благодарю за донаты, которые вы посылаете, некоторые из вас. За все это, конечно же, спасибо. Ну а теперь перейдем к сегодняшнему выпуску, первому выпуску 2024 года. Итак, как мы знаем, с 1 января этого года, 2024 года, прекращает свое существование Нагорно-Карабахская республика. Это если ссылаться на Шахраманяна. Тут я хочу заметить, что Шахраманян может прекращать все, что ему вздумается, вплоть до своего собственного существования. Но он частично прав. Знаете, я сам был в какой-то мере за то, чтобы покончить с существованием Нагорно-Карабахской республики, а на его месте построить и развить республику Арцах. В конце концов, сам Азербайджан не имеет в топониме своем вот эту вот тюркскую составляющую, с какой стати Арцаху иметь в своем топониме Кара. Но Шахраманян не привык мыслить глубоко, как я. Понимаю, не всем это дано. Шахраманян, видимо, просто решил из холопов сделаться нахараром и совсем все упразднить, как и его старший брат Паша Ереванский. Между тем, замечу, что Шахраманян не только не нахарар, не мелик, но и не является потомком армянских царских родов багратидов или закарянов, владевшими Арцахом, чтобы чего-либо упразднять. Армянский народ не азербайджанский народ, чтобы строго следовать за пастухом. У армян вообще нет гена подчинения. Это главное армянское отличие от соседнего, имеющего общий геном с центральноазиатскими народностями, где вожди равны Виниту из книги Карпа Майя. Причем что-то меня снова в глубину мысли унесло. Так вот, армяне это не шахраманяны, а шахраманяны не создатели Арцаха. Борьба только начинается. До этого было только взятие и удержание на 30 лет Арцаха. Миролюбивые армяне надеялись, что за 30 лет племя варваров очеловечится, извинится за Сумгаит, за Баку, за Гянджу, и все вернется на круги своя. Но племя варваров, сотканное из кибиток и алачигов, терекеменов, карапапахов, афшаров, цапов и прочих хамшари, не только не извинилось, но и накапливало все это время в потомках злобу против армян. Кричали «Джамат! Кюмягилин!», бегая плакаться то к Москве, то к Анкаре, то ко всему вообще мусульманскому миру, и начали снова сумгаитить и уже на территории Арцаха. Когда армяне в Арцахе в том же начале 20 века имели образование и одевались соответствующе, ну вот как, например, на фотографии вы видите, да, племена эти, сотканные в один алиевский народ, были одеты, так сказать, ну и кочевали с алачигами. Ну вот как на вот этом вот фото, например, да. Только 30% было оседлым из них. Стали писать музыку на основе армянских шараканов с примесью своих баятов и арабских мугамов. В новейшей же истории еще и стали погонять враньем на вранье. Сочиняли небылицы о злобных армянах, рисуя удручающие картины самих себя. На просторах интернета нет ни одного фото или видеозаписи, где бы армянские военные занимались членовредительством над трупами врага или живыми людьми. Все это делают и делали только азербайджанцы. Причем эти чунгачкуки во главе с Виниту настолько увлеклись,
что не поняли, как выдали всему думающему миру самих себя. Вот представьте ситуацию. Вас избили, и даже кого-то из ваших близких физически уничтожили или пытали в каком-то городе X. Потом вы чудом спаслись и много-много лет живете далеко от города X. Хотели бы вы вернуться в этот город? Думаю, если вы психически здоровы, то нет. Верно? А у многих даже может образоваться фобия на город X, на население города X, на все, что связано с городом X. Именно по этой причине миллионы армян, покинувшие Азербайджан в конце 80-х, начале 90-х, не только не хотят обратно в Азербайджан, но им дурно от одной мысли только вернуться туда. Если таковые армяне и находятся, то это единицы, уехавшие из Азербайджана в юности или детстве, и это одни и те же лица, которые приезжают туда и в присутствии камер цветы Гейдару на могилы кладут, выполняют пропагандистские функции. Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Азербайджанцы говорят, что армяне устраивали им избиения, геноцид и прочее. Но почему именно азербайджанцы хотят вернуться в Армению, из тех, кто ее покинул в конце 80-х? Даже какие-то западные азербайджаны придумывают на территории Армении. Именно поэтому вы больны. Больны потому, что если над вами издевались в Армении, то вы бы не захотели назад. Или вы мазохисты. Впрочем, я снова о высоком. Вот так они себя и выдают. Армяне их видеть не хотят и готовы бросить все нажитое, чтобы быть как можно дальше от этих кровожадных варваров с Щучхе во главе. Недавний пример, например, с Арцахом, тому свидетельство. А азербайджанцы же, наоборот, мечтают о кровожадных армянах. В кавычках кровожадных, конечно же. Так что Арцах за нашу, как минимум, 4000-летнюю историю брали десятки раз. Столько же раз он возвращался к своим законным владельцам, армянам Арцаха. Эрдоган не вечен, Путин не бесконечен, а без одного и другого Алиев ничтожен, как и его отец памятник Али-Рза-Оглы, когда 30 лет назад остался один на один с армянами Арцаха. Алиеву тогда даже банды Басаева не помогли. Собрали шматье и отправились строить имамат на Кавказе. Да там и нашли свою Ватерлоу. Увидимся скоро. Подписывайтесь все-таки на канал, ставьте лайки, пользуйтесь ссылками на донаты Сбербанка, Патреона, Бусти под этим самым экраном, если вы смотрите меня в Ютубе. Антитопор будет до тех пор, пока он вам нужен.